Друзья, всех приветствую из Амурска. Всеми очень рад. Погуляем, посмотрим город. Как он себя чувствует в этот январский день. 9 января 2022 года сегодня. Вот он, мой автобус 120. Поехал. Эх, соскучился я по этим холмикам. Улица Лесная, Амур вон там вон. А мы сперва пойдем сюда. Посмотрим елку. Время 2 часа дня. Тихо, ветра нет. С погодой угадал. Иду по проспекту Мира. Проспект Мира 14 справа от меня. Смотрите, как красиво сделали деревянные спуски. Последний раз я здесь был 19 сентября. Катался на Лиазе. В канун дня рождения. Ну вот, настало время посмотреть зимний Амурск. Показать вам. Мира 15. Многие меня просили съездить в Амурск. Сентябрь, сентябрем, ну, зимой все по-другому, конечно. Погуляем, посмотрим. Аристократ. Вот и первый автобус пассажирский. Четверка. Молодость. У кого здесь свадьба была? Вон он стоит. Дворец культуры. Как удачно его построили. Он прям вписался в эту сопочку. Какой красивый проспект.
Проспект Мира, 32, слева от меня. И вот здесь начинается проспект Комсомольский, номер 1.
Такая рожа. Идешь, бля, снимаешь. Ну подойди, скажи мне это в лицо. Дебилье тоже попадается здесь. Пропитое дебилье. Иногда рога хочется обломать прям с таким удовольствием. Проспект Победы один. Так вот вместе с вами изучаю Амурск. Город на левом берегу реки. Ну что, первое впечатление скудненько. Ожидал большего. Я вчера специально посмотрел видео, которое нашел. Такие какие-то очень неудачные, обрывочные, вертикальные, на телефон. Ни одной нормальной съемки не нашел. Пришлось самому ехать. Что-то меня не впечатляет. Смотрите, как Амурск красиво сложен. Вот я стою здесь, мне видно кольцо. Сюда идти автовокзал Амур. Здесь дворец культуры. Ну прям красиво. И в то же время Амур везде. По левую сторону, если сейчас идти, везде будет Амур. Мне нравится его планировка. Я особенно тащусь от этого проспекта. Вид на дворец. Что-то такое из прекрасного будущего. Поражаешь, в таком небольшом городе построили такой монументальный социалистический дворец. Комсомольский проспект. Кто-то мне писал, что сосны выросли. Были маленькие сосенки, да? Выросли. А фреска вся та же. Горку замутили из ступенек, что ли? И она здесь единственная на елке. Ну, наверное, хватает. Давай!
Интересно приехать в город посмотреть. Вчера смотрел по видео, по YouTube. Пытался воссоздать картину. Приезжаешь, сам смотришь. Совершенно другие впечатления. Вот еще одна импровизированная горка. Просто снежный накат. В Комсомольске пасмурно, здесь солнце. Сегодня воскресенье, скоро елку уберут после старого Нового года, поэтому я не стал затягивать. На неделе, я думаю, народу меньше будет, а сегодня в самый раз поснимать, вам показать. А, ну вот еще одна мини-горка. Я ее даже не заметил сперва. Оп. Вечером посмотрим, как эти ворота засверкают. Я специально останусь, покажу вам. Что, пойти забежать, посмотреть, открыт дворец, нет? С вахтершей поздороваться. А вдруг там та же самая вахтерша? Мне написали, так смешно. Вот она сидит, яйца высиживает. А, ну кто-то должен сидеть на вахте. Лучше будет, если вообще закрыть что-ли. Пусть уже будет. Сейчас такое уже не построят. Посмотрите, даже днем светятся. Два брата, акробата, занимаются елкой больше 40 лет уже. Большое им спасибо скажем. Ну вот я смотрю, ее укоротили, что ли. Метра 20-22.
даже 25 не будет. А была 30 метров. По-моему, укоротили. Я так на глаз смотрю. Ну что, монумент коммунизма. Возьмем высоту. Фиг коммунизма. Рукотворный памятник. Мечты народов. Надо сюда лифт сделать. Хотя, может быть, задумка в том, чтобы ты познал трудность восхождения в прекрасной мечте будущего. Здесь пока лежит снег до марта. Амур. Здравствуйте. Зашел погреться и полюбоваться. Чем? Ну чем? Вот выставка у вас какая-то здесь. Где? Вот. Это у нас свои кружки. Ну вот. То есть дворец не закрыт, он работает, да? Ну, вообще-то выходной сегодня, но кому надо, те у нас. Ну, кружки какие-то работают в выходные. А? Кружки работают по выходным тоже, да? Ну сейчас нету никого из кружков. Как вот и там всякие разные заходят. Они только на неделю, да? На неделю только, да? Ну на неделю, конечно. Понедельник, да, сегодня на неделю работают. В общем, дворец живет, не умер. Ну, пока да. Почему пока? Ну кто его знает, дальше мы не знаем, что будет. Дальше будет только лучше. Да, хочу. Это только по разрешению директора. Ну директор же на выходном сегодня. Я тогда дверь закрою, потому что у нас как бы выходной. А где нельзя снимать, покажите. Ну вообще. Нет, это в рабочий день, приходите и снимайте. Нет, закон, где что нельзя, где написано нельзя. Покажите сегодня мне. Сегодня выходной. Вы будете ходить тут где-то выставлять. Я-то при чем здесь? А туалет, туалет. У нас уже был разговор. Выходим. Туалет у вас есть, нет? Можно воспользоваться? Я отключу, вот видите, я все отключаю. Да. Я ходил на гитару по субботам, по воскресеньям. Сейчас нету. Все, праздники. Вы же знаете, до 10 числа все отдыхают. Ну обычно ничего не закрывается. Ну как это ничего не закрывается? А я что здесь одна буду? Для кого тут открывать? Так, а идите вон в туалет. Вы? Вот первый. Спасибо. А наверху там все закрыто, да? Ну, естественно, здесь все закрыто. Ясно. В общем, хитростью я прошел сюда. Сказал, что хочу в туалет.
Не разрешают снимать, ругаться не хочется. Так. Кто придет? Зачем мне это? У вас в Амурске, наоборот, надо рекламировать культуру, все, чтобы люди сюда приезжали, а вы не пускаете никого. Слушайте, почему вы так думаете, что мы не пускаем? Мы всех пускаем. Мы выходной сегодня. Я что, вас буду пускать? И одна я здесь. И что вы будете делать? У вас камеры везде стоят. Я прошел, поснимал, показал. Люди приехали, заинтересовались. Кто-то ребенка привел сюда. Я увижу, кто придет. Ну, хорошо, до свидания. Не хотят, Люся, не хотят. Ну, я вам показал, в принципе, чуть-чуть. Да не чуть-чуть, а все вам поснимал. Там на втором этаже ничего такого интересного нет. Я же там был осенью. Там все кабинеты позакрыты. Какой-то склад там наверху у них. В общем, не хотят, чтобы я показывал лучшее в Амурске. Директор Вера Николаевна, я ее не знаю, она на выходном. Ну, наверное, с Верой Николаевной я бы нашел общий язык. Вахтерша не хочет. Но мы все равно сняли, что нам нужно, правильно ведь? Дипломатия до Амурска доведет. Так, что у нас натикало? Без 5:03. Это еще 2,5 часа, да, пока не стемнеет. Это вот советский вариант еще игрушек. Я не электрик, но кто электрик, они понимают, о чем я говорю. Советский вариант еще. В Комсомольске, по-моему, они другие. Коротковатая елка, конечно, коротковатая. Ну, местным виднее. Мы всего лишь гости здесь. Мы всего лишь показываем и хорошее, и плохое. Мы за объективность. Сейчас пойдем обратно вниз по Комсомольскому, по Мира и выйдем к автовокзалу с другой стороны. По левую сторону я пойду. Поднимался я по правую сторону, спускаться буду по левую по ходу движения.